Доброе утро. И что в переводе с русского языка означает доброе, благословенное, радостное, счастливое. Guten Morgen und was von Russisch bedeutet guten, gesegnet und wunderbare guten Morgen. И еще важно, для кого-то это кофейное утро. Und manche ist das normalerweise Kaffee morgen. И утро бывает разное. Es gibt unterschiedliche Morgen. Но не важно, с какой ноги ты встал, важно, с какой мыслью ты встал. Und egal wie stehst du auf, sondern mit welchen Gedanken stehst du auf. С мыслью о том, что сделал Господь. Mit Gedanken, was Gott getan hat. Об истине, которая говорится в Библии, о нас, о нашем будущем. Dass wir morgens Gedanken haben über das, was Gott für uns getan hat, was er für unsere Zukunft vorbereitet hat. И неважно, какие обстоятельства вокруг нас, можно жить в без стресса, без напряжения и без такого негативного. Und egal, was für Umstände sind in unserem Leben, wir können trotzdem ohne Stress, ohne diese Negativität leben. При одном условии. Это возможно при одном условии. Aber das ist möglich mit einer Option. Also, если мы доверяемся Богу. Wenn wir Gott vertrauen. И тогда доверяем наши жизни, наши финансы, наше здоровье, наша безопасность, наши эмоции, наши отношения. Wir unsere Emotionen, wenn wir unser Geld, wenn wir alles einfach in alle Bereiche Gott vertrauen. Потому что он самый лучший финансист, самый лучший врач, телохранитель, и с ним никто не может сравниться. Weil Gott ist das beste Finanzberater oder das beste Arzt oder beste Schützer und mit du kannst keiner mit Gott vergleichen. И когда мы ему доверяемся, то тогда приходит мир, как написано в Филиппийцам 4:7. Und wenn wir ihm vertrauen, dann kommt Frieden. А тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. Und Bibel steht, dann wird Gottes Frieden, was besser als jeder Verstand ist, dein Herz und dein Verstand schützen und dass dein Herz und dein Verstand zusammen mit Jesus sein wird. И мы выбираем жить в мире. Не обстоятельства влияют на нас, а мы влияем на обстоятельства, влияем на наш день. И особенно вот в такое вот время, не обязательно только для украинцев, но вот для каждого из нас бывают сложные или какие-то вызовы в жизни, и мы можем проходить их с миром в сердце. Unsere Umstände und ganze Welt soll nicht auf uns beeinflussen, sondern wir sollen uns entscheiden, weil zum Beispiel das ist gut nicht nur für Ukraine, sondern für alle. И также мне очень нравится Псалом 22, и хотела бы его тоже прочитать, где пишется, что Иисус Христос наш пастырь, и Он водит нас к водам тихим, на злачные пажити, и Он дает нам мир в сердце. Und was mir auch sehr gefällt, das ist Psalm 22 und da steht, dass Gott ist unser Vater, der ist wie unser Pastor und der bringt uns
in Orte, wo alles sicher ist und wo du zur Ruhe kommen kannst. подкрепляет душу мою, то есть дает мне хорошее настроение, уверенность в будущности, хорошие эмоции. Da steht auch, dass er unsere Seele stärker macht. Und das bedeutet, dass der zeigt uns unsere Pläne, das, was er uns gegeben hat und das, was er in uns sehen will. И в четвертом стихе пишется: «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». It was the fourth verse. Even if I went in the valley of death, that I will not be a fear of evil, because the, like God with me, and He will give me rest and assuredness. Hallo. Марк, привет. Мы на четвертом стихе 22-го псалма, если можешь. Auch wenn ich im Tal des Todesschattens wandle, gibt mir Gott Ruhe und Kraft. Да. И шестой стих: так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И в другом переводе говорится: любовь твоя и забота. Еще раз скажи. Ага. Что благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей. Und außerdem steht das da, dass deine Gnade, die ist immer mit mir. И в другом переводе говорится: его любовь и его забота всегда, всегда будут со мной. Und das steht, dass in andere Übersetzung steht, dass seine Liebe ist immer mit mir und ist immer mit uns. И это очень важно знать, когда мы встречаемся с каким-то вызовом в жизни, что мы не одни, что возле нас прямо сейчас стоит самый лучший адвокат, самый лучший врач, самый лучший обеспечитель. Und das ist einfach sehr wichtig, dass wir verstehen, dass neben uns steht einfach das Beste. Alles, was wir vorstellen können, beste Arzt oder beste Helfer oder oder noch was. И Бог конкретно в тебе, в твоей победе. Ему интересна твоя жизнь, и чтобы ты ее прожил самым наилучшим образом. Und Gott hat Interesse, dass du einfach dein Leben, dass du das beste Leben hast, und er ist interessiert, dass bei dir alles perfekt ist. Потому что у Бога желания, ресурсы, возможности сделать, ну, тебя обогатить, осчастливить и исполнить все твои мечты. Weil Gott hat beste Ressourcen für dich. Er will dich besser machen, damit du deine ganze Träume schaffst und dass du richtig gute Leben hast. Но нам с нашей стороны нужно быть всегда просто подключенным к Богу, к Его источнику, и видеть в Боге вот эту, ну, настоящую радость и оттуда вот черпать все, вот, все ресурсы, все, что нам нужно от Него. И поэтому deswegen, das ist sehr wichtig, dass wir einfach alle Ressourcen und viel von Gott bekommen. Вот, поэтому я поздравляю каждого, чтобы с этого дня у вас была активирована самая счастливая судьба, будущность прямо с этого дня. Und ich will das so geistlich einfach aktivieren, dass bei jeder von euch so beste Zukunft sein wird und dass ich will euch ermutigen. Что с этого дня будет получаться то, что не получалось раньше. Damit ab diesem Tag das,
passiert, was oder dass ihr das schafft, was ihr früher nicht schaffen könntet. И что Божья любовь будет необычно проявляться в вашей жизни в мелочах. Und dass Gottes Liebe wird in Kleinigkeiten sichtbar sein. И что Бог вас любит вечной любовью, и это будет проявляться в делах. Und dass Gott euch mit endloser Liebe liebt und dass ihr das in verschiedene Sachen sieht. Да, благословляю вас именем Иисуса Христа. Gottes Segen im Namen Jesu.